Продолжаем путешествие по Гонконгу. Попали в парк, называется Лиам Гарден, по-моему. Вот эта красота. Он находится в самом городе. Но такое впечатление, что смотри, как парк и небоскребы, наверное, находимся где-то за городом. Надо друг друга щелкнуть на этом фоне. Рыбы плавают гигантские. Фотографируй, знаешь, кого еще? Там. Вот это лицо дракона. А я их, ну, фотографирую. И вот этот вид красивый, который я на видео снимаю. Ой, как жарко. Это какой-то монастырь. Женщина. Женский монастырь. Это какой-то женский. Все аккуратно, красиво. Красиво вот. Тут тоже.